В Алмазном регионе последние два дня работал председатель правительства Якутии. Андрей Тарасенко посетил несколько населенных пунктов, Мирный в том числе. Наш корреспондент Ксения Исламова следила за передвижениями гостей. Ей слово. Рабочая встреча председателя правительства Якутии в городе Мирном началась в 8 утра, но не здесь, не в здании администрации Мирнинского района, а в центре дополнительного образования. Там утром открыли новый IT-центр. Председателю правительства Андрею Тарасенко показали, как работает умный голосовой помощник. Это, кстати, одна из разработок преподавателей нового IT-центра. Как отмечает руководство, центр открыт не только для детей, но и для предпринимателей, которые развивают и работают в направлении информационных технологий. Уже позже председатель правительства в режиме онлайн-конференции пообщался с предпринимателями Мирнинского района. А накануне Андрей Тарасенко встретился с коллективом Мирнинского театра. Председатель правительства Якутии отметил, что будет объявлен конкурс на должность главного художественного руководителя театра. И, кстати говоря, Андрей Тарасенко отметил, что интерьеры в театре, в здании театра, ему чем-то напомнили интерьеры в городе Дубае. Ну а на встрече в администрации также после обсуждений некоторых вопросов от предпринимателей Мирнинского района вручили волонтерам города и волонтерам района памятные подарки и благодарственные письма. Также председатель правительства отметил, что сейчас готовится трехлетний договор с алмазной компанией, с компанией «Алроса». Подписание договора о сотрудничестве республики и алмазной компании будет подписан как раз после посещения Мирнинского района. И сделано это было для того, чтобы отразить в договоре ключевые моменты, по которым необходимо работать и которые нужно будет развивать. Одно из таких направлений, по мнению председателя правительства, это рыбное хозяйство. Сходил я на завод рыборазводный Чернышевский, тоже посмотрел его. Для себя некоторые выводы сделал интересные, потому что сегодня можно много предпринимательской деятельности там развивать, открывать новые хозяйства фермерские по рыборазводу, именно там форель, колец там и так далее.